Я очень надеюсь, что благодаря Зиновию, который очень глубоко знаком со святыми, о которых он сегодня будет рассказывать, через своего отца, через тех людей, с которыми он общался, я надеюсь, он нам немножко хотя бы поможет здесь живущим понять, зачем нам все это нужно. Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Михаил, дорогие братья и сестры, в первую очередь я хотел бы поблагодарить отца-настоятеля и приходской совет за возможность представить здесь нашу книгу «Подвиг святой жизни». И даже в названии этой книги каждое слово не случайно, потому что святые гренские старцы показали нам пример святости. Что такое святость? Мы призваны все «Будьте святы, как и свят Отец ваш Небесный». И мы знаем по святоотеческому толкованию молитвы «Отче наш», когда мы произносим слова «Да светится имя Твое», это имя Божие должно светиться именно, свидетельствоваться нашими делами, нашей жизни, потому что мы носим имя христиан. И та жизнь, которую прожили гренские старцы, это был поистине подвиг. Подвиг святой жизни. Потому что начали они свою жизнь еще в 19 веке, тогда же и поступили в Гринскую пустынь, совершенно в молодом возрасте, и приняли постриг уже после революции, но до закрытия обители. Причем, когда принимали они монашеский постриг, настоятель монастыря вызвал их и сказал, в ближайшее время, уже через месяц, Гринская пустынь будет закрыта. И сказал, неизвестно, что с вами будет, потому что были случаи потом уже, кого расстреляли, кого сослали, кто просто поменял место жительства и переехал. Многие из них переехали в горы Кавказа. И никто из них не отказался. Они все приняли монашеский постриг. И в 22-м году Гренскую пустынь закрывают. И уже в 23-м отец Андроник попадает в первую ссылку. Владыка Зиновий вместе с отцом Серафимом Романцовым в это время подвязались в горах Кавказа, это территория современной Абхазии, и там подвязались не только старцы Гринской пустыни, там были старцы из Киево-Печерской лавры, и некоторые старцы Троицкой лавры тоже там подвязали. Вот, и я думаю, мы сейчас посмотрим небольшой фильм о старцах, и потом я уже продолжу остальную часть своего рассказа.